4 сентября жители Жасказгана собрались в городском акимате. 20 человек требовали разговора с акимом, с Эриком Шайдаровым, но тот к народу не вышел, а самих граждан к нему не пустили. Причиной штурма акимата является мусор, с вывозом которого в городе давние проблемы. Активисты уже не раз пытались донести до местной власти, что не хотят и не собираются жить среди отходов. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Людям в очередной раз предложили написать коллективное заявление, но нервы у жителей Жасказгана уже на пределе. Вот вы не скажите, ладно, у нас было... Граждане пытались донести до администрации простую мысль. Сил терпеть уже нет. Мусор начали сжигать уже на автостоянках, так и до пожара недалеко. Жители города также опасаются, что груды бытовых отходов, которые не вывозятся из города, могут стать причиной вспышки инфекционных заболеваний. И страхи их уже имеют косвенное подтверждение. Инфекционные больницы все заполнены. Нам говорят, вот я не знаю, все боятся, вот все специалисты говорят, с врачом разговариваем, они говорят, наверное, где-то, говорят, не соблюдена какая-то гигиена. Но мы понимаем, что они получают зарплату. Давайте сделаем так. Да. Вы собрались, есть письменное заявление, оставляйте акиму, можете обратиться в прокуратуру. А через которое время он сможет? В административ занес, как сказать, стоять и вообще нарушать порядок. К акиму активистов так и не пустили. Но руководитель аппарата Арынбаев уверил всех пришедших, что проблема будет решена буквально в ближайшие дни. На этом и разошлись. Но напоследок жители Жасказгана заявили, что если обещания не будут выполнены, они вернутся.